В отделе религиозного образования и катехизации Екатериндарской епархии 11 ноября состоялось онлайн-совещание по формированию общих планов мероприятий, посвященных празднованию 800-летия со дня рождения святогоблаговерного князя Александра Невского, которое состоится в 2021 году. В совещании участвовали представители Министерства образования и науки и молодежной политики края, Министерства культуры, Института развития образования, а также представители духовенства. Возглавил совещание руководитель отдела религиозного образования и катехизации Екатериндарской епархии протоиерей Александр Игнатов. И было бы хорошо, чтобы вот эти мероприятия, которые вы запланировали, вы включили бы в афишу нашу культурную, которую мы вот формируем ежемесячно и направляем в школы. Тогда большее количество детей узнает, во-первых, о ваших мероприятиях, и охват, наверное, будет больше. И дети как раз выберут для себя то, что им более интересно. Много предложений поступило от представителей духовенства, участвующих в собрании. Нам необходимо привести храмы Александра Невского порядок. То есть сегодня Александр Невский собор не расписан. Он нуждается, скажем так, в косметическом ремонте фасада. Планируем уже в этом году провести форум молодежный, второй инклюзивный, для молодежи с нарушением слуха и слабослышащей молодежи. Сделать конкурсы, посвященные Александру Невскому. Может быть, рисунки, стихотворения. Может быть, сочинения какие-либо. Представитель Министерства культуры поделилась планами мероприятий на юбилейный год. У нас подготовлен ряд книжных выставок, выставок музейных. Они посвящены истории восстановления храма Александра Невского. В театральных и концертных организациях это в основном концертные программы и спектакли, посвященные Александру Невскому. Все участники внесли свои предложения, которые в итоге лягут в основу плана мероприятий. Институту нужно взять, я позволю взять на себя ответственность. Сейчас я, конечно, переговорю с Татьяной Алексеевной. Возможности вот этой координации института, то мы, наверное, сможем приготовить такой интерактивный ресурс, который бы по ссылке выходили педагоги и все заинтересованные стороны, выбирали подходящее для себя мероприятие, материалы, мы с удовольствием их продемонстрируем. Это будет очень большая поддержка сегодняшним педагогам, чтобы избавить их от этого действительно большого труда, а самое главное, очень большого количества времени поисков этих материалов. Продуктивно сегодня поработали, каждый обозначил те мероприятия, которые он планирует провести в рамках празднования юбилея 800-летия со дня рождения Александра Невского. Я думаю, мы все эти мероприятия соберем в единый план и этот план утвердим, совместный план, по которому мы с вами в следующем году будем работать. Мы внесем эти мероприятия в дорожную карту проекта «Культура для школьников», то тогда, я думаю, наши мероприятия пройдут на должном уровне, на высоком уровне, принесут большую пользу. У нас есть одно общее хорошее дело. У нас есть один великий святой, который нас объединил, и надеемся, что под его молитвенным покровом и его заступничеством в очередной раз Русь соберется и даст отпор всем своим внешним и внутренним врагам.